Пока специалисты работают на участке от морского порта до авторазвязки Краснодарское кольцо, в общей сложности за несколько дней собрано и вывезено две машины мусора. Спасатели на лодке и вручную выбирают бытовой мусор, складывают его в пакеты, вытаскиваем его на берег и утилизируем. Кстати, за загрязнение окружающей среды нарушителям грозит штраф от 1000 рублей до 2 физическим лицам, от 10 до 30 тысяч рублей должностным и от 100 до 250 тысяч юридическим предприятиям. Помимо этого грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.